Одесса, 4 октября, в 14:34 объявили воздушную тревогу. До этого в 14:09 тоже сообщали о том, что в центре звучит тревога. То есть сирена в городе была включена, но официально тревогу не объявляли. И военные не подтверждали эту тревогу. Что это было, видимо, сбой или ремонтные какие-то работы, или что это, еще неизвестно. На данный момент тревога масштабная по всей Украине. Сообщают о том, что возможны пуски ракет. Лучше, конечно, пройти в укрытие. Также сообщают о том, что в небе наша авиация. Уже появилась официальная информация по поводу предыдущей тревоги, во время которой был мощный взрыв над морем. Враг пытался атаковать Одессу дроном «Камикадзе» типа «Шахид-136». Силами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над морем. Тревога продолжается в данный момент. Лучше пройти в укрытие. Берегите себя и родных.